Здравствуйте, дорогие ребятки! Сегодня мы продолжим учиться рисовать по клеточкам, и мы нарисуем в тетради цветы для мамы, и, конечно же, сделаем пальчиковую гимнастику. Отсчитайте, пожалуйста, от нашей последней работы вниз 5 клеточек и поставьте точку. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. От этой точки отсчитайте, пожалуйста, вправо одну клеточку и поставьте точку. От этой точки мы начнем с вами рисовать наш первый цветок. Начнем рисовать со стебелька. Проведите, пожалуйста, вверх 2 клеточки. Ровно по линии. Теперь отсюда мы начнем рисовать наш первый лепесток. Для этого посмотрите, как я это буду делать. Я провожу влево пол клеточки, дальше срезаю уголок, иду по линии опять, срезаю еще один уголок, снова иду четко по линии, срезаю уголок и опять провожу линию вниз. Первый лепесток готов. Теперь я буду рисовать правый верхний лепесток. Опять я начинаю, веду по линии, срезаю уголок, оказываюсь на линии, потом снова срезаю уголок, иду по линии клеточки, еще срезаю уголок. Второй лепесток готов. Точно так же я сейчас буду рисовать 2 нижних лепестка. Линия, срезали уголок, срезали, ушли на линию, срезали. И последний, четвертый лепесток. Хотите, можно вот отсюда начать. Срезаем уголок, линия, срезаем. Первый цветок для мамы. Мы закончили, нам осталось пририсовать только листик нашего цветочка. Отсчитайте одну клеточку по диагонали вверх и поставьте точку. И мы нарисуем узенький листочек, небольшой, чуть закругляя вверх и линию вниз. Первый цветок готов. Отсчитайте, пожалуйста, вправо 4 клеточки и поставьте точку. Первая, вторая, третья, четвертая. Рисуем второй цветок. Отсчитайте, пожалуйста, вправо 4 клетки и поставьте точку. Перед тем, как продолжить рисовать по клеточкам, предлагаю вашим пальчикам и ручкам отдохнуть. Приготовьте свой карандаш. Вот подснежник на поляне. Я его нашел. Отнесу подснежник маме, хоть и не расцвел. И меня с цветком так нежно мама обняла, что раскрылся мой подснежник от ее тепла. Подснежники цветы распускают лепестки.
Нарисуйте цветы до конца строчки самостоятельно. Вот такие вот красивые цветы у нас с вами получились. Мы продолжим рисовать по клеточкам в другой раз. До свидания, ребята!